Приветствую, дорогие земляки. Минут. Сегодня опять мы встретились с Олегом Викторовичем Питкеевым, кандидатом по 12-му одномандатному округу на выборах в Народный Хурал. Мы сегодня встретились по поводу. Да, мы встретились по поводу. Сегодня поэтому у нас такой сегодня стол, у нас праздничный стол. Сегодня у нас день работника нефтяной и газовой промышленности, коим мы являемся. Ну, это больше ты. Ну, я волею судьбы. Бытность своей директором ВСВС, а ты был тоже строителем, газостроителем. Мы были практически пионерами по прокладке полиэтиленовых труб в Республике Калмыкия. Поэтому, и на юге России, кстати. На юге России, да. Поэтому, пользуясь случаем, мы до этого поздравили с наступающим. Сегодня поздравляем с днем работника нефтегазовой промышленности, всех, кто занят в этой отрасли, поздравляем с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, успехов в работе, в личной жизни, здоровья и мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья! Присоединяюсь к словам Олега, еще хотел бы добавить, что да, я поздравляю всех профессионалов, это очень фундаментальная отрасль, от которой все зависит. Ну, отдельно хотел бы поздравить своих ребят, которые работали в моей фирме, в моей компании, с которыми я строил. Ну, давно уже было, но, честно говоря, это такие очень хорошие годы в моей жизни, очень хорошие ребята. И вот, кстати, про кадровый голод, что я хочу сказать. Мы же тоже в таких же условиях набирали коллектив. И да. Поэтому ребята у меня в основном были и Кибурульский, и Яшкульский район, которые ничего, в принципе-то, по большому счету не умели. Профессии были там такие после универа, там, гуманитарии. Ну, у кого только не было. Ребята в основном до 30 лет у меня работали. Такие 50 сабель отряд. 40 штыков. 40 штыков, да. Это лихие пацаны такие. Ну, что мы сделали? Послали их учиться. И получились довольно-таки такие лихие специалисты, которые, помнишь, газопроводы строили в Волгоградской области? Ладно, мы здесь у себя 200 километров построили в республике, но нас однажды потащили в Волгоградскую область, там мы тоже 10 километров трубопровод строили. В соседстве с газовиками Липецкой, Воронежской области. Они на таких хороших машинах приехали, на марках. Все в форме красивые. А наши так. Ну, конечно, спецовка тоже хорошая. Обувь. Но станки у нас были полуавтоматы. А те на автоматах работали. Не, у нас даже были ручные УСПТ. УСПТ 90 это вообще кошмар. Газовую горелку, утюг. И мы варили по километру в день. Любого диаметра. А сейчас да, что у нас творится? Да? А те рабочие, которые приезжали с России, они просто были в шоке, когда мы говорили, что мы километры сварили. В шоке. Так самое главное, не доверяли в Волгограде. Проверяли 100% стыков сварочных. Ну, конечно. Может быть, не доварили. Вы что-то нарушаете технологию. Ну, какие-то приехали откуда-то это, не русские. Ой, пардон, нельзя так говорить. Ну, ребята из Калмыкии приехали. В общем, ты это... поздравил свои ВСВС. Да, я их поздравляю. А теперь... Иногда ребят своих встречаю, они работают. Сейчас они опытные мужики. Да, это мужчины. Элита называется. Элита. Элита. Они во многих фирмах работают. Но я сейчас хочу вспомнить всех те организации, которые стояли у газификации Калмыкии. Это Исток В, ВСВС. Волга спецводстрой. Багут. Газстрой, да. Газводстрой. Поэтому всех работников... Мелиоводстрой. Мелиоводстрой, точно. Всех работников этих организаций я поздравляю с профессиональным праздником. Мы до сих пор встречаемся, дружим, общаемся. Те молодые ребята, сварщики, они стали уже взрослыми, опытными, уже и руководителями свои сами стали. Поэтому... То, что делалось в наши годы, это мы обучали людей не просто так где-то, а в Гипрони и Газе, это в Саратове. В головном институте. На улице Кирова. Первые мы отправляли их туда учиться. Они приезжали дипломированные, и мы проводили работы по газоснабжению республики. Ну и в основном-то вот этими фирмами было достигнуто такой колоссальный уровень газификации. Республики, да. Поэтому...
Можно говорить, что Республика Калмыкия инфицирована на 100%. Можно. Ну, практически. Практически. Ни уже один, по фирмам. Ни один проводят. Регион России так не идентифицирован, как Республика Калмыкия. Поэтому всех работников перечисленных фирм, а это в основном были частные компании, ООО Калмыкии, пионеры своего дела. Поэтому всех поздравляю с праздником. Ну и, конечно же, головное предприятие «Газпром», бывший «Калмгаз», ныне «Газпром газораспределение Листа», всех работников, всех сотрудников, всех поздравляю с днем нефтяной газовой промышленности. Всем удачи, всем добра. Да, присоединяюсь, но все-таки, наверное, теперь, раз уж дело дошло, нужно поговорить о проблемах, все-таки, которые преследуют газовую отрасль. Ты вот точно отметил, что в Калмыкии очень развитая распределительная сеть. У нас, в принципе, газ даже на некоторые фермы, на многие фермы даже проведен, не то что поселки. Но эффективность от этого, то есть использование газа только на бытовые нужды, а технологически очень мало где используется этот газ, поэтому... В этом загвоздка. И вот почему у меня все вот эти проблемы не дают покоя, потому что я, например, ну ты в курсе, на одном из предприятий Элисты мы строили электростанцию. Ты же лично же и проводил своим подразделением газопровод отвод туда. Сколько ты строил? Неделю? Меньше даже. Какое предприятие? У нас два было. Ну, где я сейчас моторы пускаю? А, ну да, да. Зимой. Зимой неделю проработал. Ну да, подземные работы мы провели за неделю. Ну, а документально сколько это? 2 года. Год строительства газопровода отвода, ну, и 2 года документация, ну, допуска газа. Скажем так, газа. Там и заказчик был не сильно подготовлен. Часть... К части постройки газопровода он был готов, к части нет. Ну, я понял. На Калмгаз не надо грешить. Одеяло поэтому. Тянешь в свою сторону, а я со стороны обывателя и потребителя рассуждаю. Все-таки... Да, есть проблема. Есть проблема. С документооборотом это не то, что проблема, это кошмар какой-то. Ну, потому что 2 года оформлять документы, и даже если не очень подготовленный заказчик и потребитель, ну, Калмгаз должен помогать, потому что он заинтересованное лицо. Чем больше газа продаешь, тем выше прибыли. Конечно. Ну, теперь я к прибылям хочу. Меня тоже, как потребителя, очень интересует система такая вот. Мы в быту все сталкиваемся с тем, что, например, я сдаю показания счетчика газового, сколько газа я употребил, скажем, за зимний период. Uh-huh. А счет приходит, вообще не опираясь на эти показания. Там просто считают, что теряются мои показания, то, что я передавал, и выставляют счет по сечению трубы. Очень большой объем газа сверху. То есть, если сравнить, например, если я съедаю на 8 тысяч газа, счет может прийти на 40 тысяч. И, ну, в принципе... В этом как бы беспокойства у меня нету лично. Я просто иду в какой-то определенный момент и делаю перерасчет. Но я хочу пояснить. Значит, такая ситуация происходит тогда... Между прочим, это чай. Да. Тогда происходит, когда абонент не передает вовремя показания. Делается по мощности приборов. И все. Вот начисляется по мощности прибора. Ну, по-другому никак. Правильно. Но да. Это же в этом же и есть. Я понимаю, ты опять одеяло тянешь на Калмгаз. А я говорю, что это делается, скорее всего, зрячие. То есть, для чего это делается? Чтобы увеличить объем продаваемого газа. Я так понимаю, если это все сложить, и множество таких потребителей, как я, получается довольно-таки внушительный объем проданного газа. И они где-то его, материальный баланс его... где-то они отчитываются за это. В общем, ты хочешь сказать, что это управляемый процесс? Это управляемый процесс, скорее всего. Потому что я вот долго думал, потому что постоянно это происходит. Постоянно.
А еще большая, огромная любовь к тому, чтобы брать по сечению. То есть, ну, человек бывает ошибся, поставил счетчик, не зарегистрировал или еще что-нибудь. Много всяких причин бывает у потребителя. Но ему выставляют расчет по сечению трубы, очень большой, очень большие расходы, штрафы. С того момента, когда был последний раз у них обходчик. Которые смотрят. А обходчики ходят редко, снимают показания. Или же часто бывает, что акт потребления газа теряется. И ты приходишь, у меня счетчик не работает, и тебе высчитывают за 3-4 месяца по сечению трубы. Это кошмарная сумма начинается. Я в этом вижу тоже элемент. Ну, мы же все люди, почему вы так делаете? Всегда же можно... Не по сечению трубы, а по мощности. Ну, по мощности приборов, да. Ладно, ошибаюсь. Это просто... В водопроводе так делать. Ну, в общем, безучетное потребление, как говорится, шьют. Ты хочешь сказать, что это все управляемое? И я думаю, что это управляемое, потому что постоянно я слышу вот эти вот скандалы. И люди с круглыми глазами приходят и у меня пытаются, потому что считают, что я что-то это... Пытаются у меня что-то сделать. А я говорю, проконсультироваться. А я говорю, ну, надо будет платить, потому что здесь все так оформлено, документально вы виноваты. То есть, честно говоря, да, надо очень серьезно относиться к приборам учета. Ну, бывает, не доглядел. Бывает просто, например, женщина одинокая, она просто технически безграмотная. Согласен. И вот, вот такое, и это как бы... Подлавливают людей, ну нельзя так делать. Мы же все люди, мы же одна республика, один народ Калмыкии. Зачем мы так друг друга подлавливаем? И вот в этих вещах замечено именно предприятие поставщики газа и электрической энергии. Ну, электрическая энергия там более-менее, счетчики долго служат. Ну, с Калмгазом это вообще частая история. Слушай, но... а электрические счетчики, поверка... За счет чего делаешь? Абонент сам? Ты в сторону ушел. Ну, ты сам ушел в сторону. Давай. Поверку электрических счетчиков? Да. Я не знаю. Поверка. Наверное, есть какой-то отдел, который занимается. Я слышал, что поверку электрических счетчиков поставщик, энергопоставщик берет на себя. Это так? По идее, должен быть... Потому что, ну, кто профессионал, кто знает, там, как его делать, поверку, что делать. Я вот все время задавался вопросом, почему газовые счетчики абоненты делают сами? Потому что, ну, кто знает, сколько там он должен проверять. Ну, ты меня врасплох застал. Ну, я так понимаю, что должна быть организация с лицензией Росстандарта, так? Не, она есть. И иметь поверочный стенд. Она есть. Или ты предлагаешь так сделать, чтобы некая фирма... Так. У нее должен быть база данных. У кого поверено, у кого не поверено, счетчики, так? Некая фирма, это и есть Калмгаз, например. А, ты нет, про электриков говоришь? Да. Ну, электриков, да, у них база данных есть. А вот, допустим, вот сейчас в Калмгазе как сделать, вот, чтобы люди не мучились, вот абонент, он знать не знает у него, поверен, не поверен. Создавать нужно базу данных. Ну, я так понимаю, что она существует. Не, она существует, допустим, в Газпроме. А... Так, вот я недавно поверил. Не, мы, по-моему, сами следим. Мы смотрим по счетчику. Ну, я тебе еще раз говорю. Вот бабушка-пенсионерка, она не понимает, что там поверять, не поверять, куда идти, что делать, за ну, что браться. Ну, ее врасплох возьмут. Ее врасплох возьмут. Это практически 100%. Ну, вот, видишь, я вот, чтобы это избежать, вот этой проблемы избежать. Ну, потому что все время смотришь, как пенсионер приходит и бьется, как рыба об лед. Говорят, я считаю, а что нам делать? А я считаю, что это заинтересованность предприятия поставщика вот такая вот. Но ты намекаешь, что должен делать Газпром. Да, да, да. Ну, по логике, конечно, я вот как... Они должны отслеживать. Аналогия с электриками, да, они берут это на себя. Я думаю, что в газе тоже должна быть такая ситуация. Но у электриков, например, обходчики очень часто ходят. И там, ну, если что-то случилось со счетчиком, на тебя намного не накрутят, много не накрутят. А, скажем, по газовым счетчикам вообще это страшная ситуация. Очень редко ходят. Очень не, редко. Ходят. Ну, не знаю, у меня давным-давно были, я не придут, знаю. Придут, поверь мне, придут. А вот у меня поверочный период сейчас тоже. Или счетчик менять, то ли это. Ну, посмотрим, что делать. Наверное, счетчик проще поменять. Сейчас вот мы с тобой... Ну, ладно, это... Ты же все-таки опять меня в сторону увел. Я же к чему клоню?
к чему это все делается? Чтобы была мутная вода в общегородском балансе, материальном, газовом. То есть ты можешь мне, например, как работник Колымгаза, ответить, сколько мы получаем газа и сколько продается? Нет. И бьется ли эта сумма? Не могу сказать. Не мой сектор. Не, я понимаю, что не учетчик. Но извините, у меня вот такие сведения, может быть, ошибочные. Скажем, у нас есть месторождения, да, газовые в республике. Это совхозное месторождение, уже эксплуатирующееся. Есть эксплуатирующиеся скважины в этом, в Екатеринбургском районе. Ну, они, ну, наверное, они нуждаются в этом, в ремонтах. Ну, не знаю, никто ничего не говорит, сколько. Я вот данные читал, что в советское время поднимали около 40 миллионов кубов. Только в совхозном месторождении. 40 месяц. Миллионов кубов. Месяц. Ну, я думаю, что год. Нет? Нет, что-то мало. Мало? Мало. Я вот работал в энергосервисе, мы за год брали около 40 миллионов. Или это в месяц было? 40 миллионов совхозка сколько может давать? Я так думаю, что она... Ну, это вообще тогда кошмарная сумма. Я просто считаю, что по 6 рублей. 40 миллионов кубов по 6 рублей, это 240 миллионов рублей тогда уже получается. Может, квартал? Ну, точно говорить не буду. Не, ну, хорошо, это я так, такие цифры. Ну, да. Ну, смотри, что получается. Вот людей за безучетное потребление газа жестко наказывают. Угу. То есть, сама система такая. Ну, я согласен с ней, честно говоря. Безучетность нельзя допускать, иначе начнется бардак. Но в дальнейшем получается и вправду бардак, когда вот выставляют счета, непонятно за что, а потом идешь, делаешь перерасчет, и это на постоянной основе практически происходит. Что-то вызывает подозрение. Это раз. И, во-вторых, на этих месторождениях существует ли учет серьезный? То есть, опять та же система происходит, приборы существуют, но их как бы... Ты проводишь аналогию абонента и месторождения, да? Да, то есть, получается, либо... Колымгаз использует природные богатства безучетно, опять же. Так наказывайте их тоже тогда. Кто за этим следит? То есть, получается, контроль именно Колымгаза. Вышестоящая организация у нас Ростов-Облгаз, да? Насколько я понимаю. Или Межрегионгаз она называется? Нет, Ростов-Облгаз. Ростов-Облгаз. Да, генеральный директор Ростов-Облгаз. Генеральный директор. Кто? Ростов-Облгаз. Ну ладно, не будем, без фамилии обойдемся. Честно говоря, мы только процессы обсуждаем. Да. Ни одну фамилию постараемся не называть. Просто вот сама система такая, если вот эта вот все мутная вода будет так и происходить, так мы и никогда не разберемся, чего, где и как. То есть, получается, опять же, у нас документооборот технический, не финансовый, технический документооборот, очень долгий и непонятный. Чего мы делаем, кто проектирует, почему так долго проектирует, почему технический учет, почему очень долго топливный расчет делается? Нет, топливный расчет быстро делается. Ну, не знаю, я столкнулся с тем, что его месяц сделали. Извините, там посчитать-то паспорт берешь и это. Нет. Почему входной контроль такой бешеный вообще начинается? Я понимаю, что это газ, но если технологически нормально относиться, чего тут к документообороту так жестко относиться? Ну, хорошо. В общем, это проекты, входной контроль документации, оборудование, все это, да, конечно, надо следить. Но почему это все так долго происходит? Поэтому мы же я согласен, что долго, да, процедура там долго. Но то, что к этому газоснабжению надо относиться очень аккуратно, это я считаю, что... Правильно. Я с тобой согласен. Ну, просто я опять... согласен, да, что по месяцам тех условий ждать, это, конечно, это очень долго. Ну, а два года это что? Ну, тут частные случаи. Тут ничего надо... себе частные случаи. Да, ну, если такие пробивные ребята делают по два года. Ну, так я о чем говорю. Доходят до логического конца. Газ пошел, так и люди до белого коленя, да, до коленя доходят. Ну, это же тут, здоровье людей от этого зависит. Мы сейчас говорим о большом газе.
о месторождении, да? Ну, я больше хотел бы склониться к тому, что... Хочу склонить к тому, что, опять же, это системный вопрос. Понятно, что большой газ, но мне интересна и сама система. Почему вот так вот? Почему я же клоню, что документооборот такой долгий? Потому что специалистов практически мало осталось. В системе газоснабжения республики специалистов практически мало. Тут я огород, в твой огород как бы уже не камни кидаю, а наоборот торты приношу. То есть ты сидишь, тебе же создают невыносимые условия. Не хотят, чтобы ты работал в Колымгазе. Ну ладно, ты частный случай. Но это же происходило по отношению к другим. Почему эта система процветает? Почему уничтожает специалистов в системе газоснабжения республики? Не только в этой системе. Везде. Ну, я понимаю. Это вот так меняют руководители. Мы недавно с тобой водоснабжение это обсуждали, да, с директором. Можно вообще вот эту логику анекдота, да, это лилипутская семья, которые потом сокрушались. Дочка лилипутка привела лилипута. Папа говорит, мы так, извините, до мышей достраиваемся. Мы же вот так уже и руководители меняем. Я почему начал с поздравления нефтегазовой промышленности? Потому что, да, надо... Мы стоим на грани того, что мы потеряем свои недра и нефть, и газ. Вот так, если анализировать все, да, уже практически ничего нашего нету. Надо все возвращать назад. Надо задуматься, кому принадлежат все наши недра. И кто дальше будет работать с ними. И будет ли они принадлежать народу Калмыкии? Ну, вот это вот, я с этого хотел бы начать. Ну хорошо, ну давай, вот давай с этой точки зрения. Нефть и газ. Я тебе свою точку зрения дам. То, что мне кажется, система устроена таким образом, что в принципе-то по Конституции вполне правильно, что недра принадлежат государству, то есть Российской Федерации. Но потом идет надстройка, все с ней согласны, что природное богатство – это страны, но управляют этим все довольно-таки умные ребята, которые не заинтересованы. Я вот сейчас вот хочу сказать, наверное, я больше склоняюсь к мысли, что эти ребята хотят уничтожить российское государство вообще. Они пробрались в эти структуры и начинают уничтожать. Ну, я не думаю, что зряч. Может быть, они просто кушают, при этом уничтожают. А может быть, они специально уничтожают, чтобы потом кушать. Угу. Что происходит вообще? То есть, на данный момент в нашей республике, да, регион практически уничтожен, потому что природные богатства пользуются ими, неизвестно кто вообще. Никакие структуры. Я не буду говорить, что должны быть калмыцкие фирмы, но, извините, должны работать люди, которые должны быть заинтересованы на развитии региона. Угу. Да бог с ним, пусть это хоть они откуда будут, но они должны быть заинтересованы. Угу. Чем у нас кончилось? У нас на шельфе нефть добывают, да, Лукойл? Ну, шельф, это, и что они делают? Они от нас, по-моему, отмахиваются какими-то скорыми помощями, да, машинками, там, играются машинки, и все. Извините, там такие серьезные деньги. Ладно, КТК, еще республика ничего, ну, вообще, она по нашей земле идет, КТК, треть Каспийского трубопровода, концессии, это, идет по нашей республике. О чем мы от этого имеем, я что-то не очень понимаю. Ну, вот все говорят, все, кто знает эту проблему, кто цифрами владеет, да, все говорят, вот и, да, и Савар Дакина говорит, и очень многие говорят об этом, и прям и в роликах, и все объясняют, прям все досконально, что происходит с нефтью и газом в Калмыкии. Но эта проблема не решается. Вот все все знают. Все все знают. Все все знают и все все боятся. А куда уходят деньги от наших недр? Кто ими пользуется? Кто качает это все? Кто продает? Я не знаю. Куда деньги уходят? Ну, я же говорю, эта система, она в большей степени либеральная. То есть она заточена на
удушение регионов и вообще и государства России как такового. Потому что посмотри, что в России происходит. То же самое, в принципе, происходит, только в больших масштабах и не очень заметно, потому что все-таки они очень большие деньги, они отстегивают. И там, во всяком случае, налог на добычу полезных ископаемых, он полностью федеральный, поэтому он очень большой налог, и он уходит в федеральную казну. Здесь же мы регионалы, мы от этого, например, ничего не получаем. Вот платит ли налог на месторождениях Калмгаз, например? Опять же, темная история, да? А может быть, часть НДПИ можно как-то себе, на республику, чтобы было? Это же все договоренности с федералами. Это же все можно решать. Опять же, с Калмнефтью, да, посмотри, что происходит. Человек, господин Саттаров, их семья, там, отец и сын, они добывали, что-то там нарушили, ну, не знаю, я не вдаюсь в подробности, довели до банкротства нефтяную компанию, когда цена на нефть шла вперед. Ну, это же зряче все делается. Это было все... Довели до банкротства. Сами уехали, живут, по-моему, в Эмиратах где-то или в Катаре. Ну, не суть. Но мы здесь все сидим, добывают на нашей территории, продолжают добывать. Это же нескончаемый процесс, безостановочный. Нефть уходит. Куда уходит? Кто это контролирует вообще? Республиканские власти вообще этим не занимаются. Или же все-таки они контролируют кассу? Это вопрос. Это вопрос. Также и с газом. А с газом более так элегантно, как бы вот начинается подозрение с тех, когда вот мне выставляют вот так вот счет. Угу. Потому что это не само воровство, как бы, но это действие, которое позволяет прикрыть воровство. Понимаешь? Вот когда смутишь воду, что там плавает, а бог узнает. Вот таким бардаком можно и это. И этот бардак может быть только когда ты уберешь всех профессионалов из организации. Совершенно то, что правильно. И происходит. И ты на своей, шкуре испытываешь это все. Потому что ты опасен, но ты можешь задать вопрос, на который они не смогут ответить. И не захотят. А зачем? И еще ты будешь носитель информации. Ну, я специально это вслух говорю, чтобы не носить, потому что это вообще вопрос довольно острый. Чем это можно? Ну, а вообще, в конце концов, сколько можно молчать вообще об этом? У нас, извините, руководство заинтересовано в том, чтобы погибло. Я даже уже начинаю думать не то, что они не умеют работать, а наоборот, они умеют работать. И очень хорошо. Но просто на кого эти люди работают? Очень зрячий и очень хорошо получается. И вот сейчас и с электроэнергией очень плохо, и с водой плохо. Гибнет регион. А кто в этом заинтересован? Вот мы начали с тобой с поздравления. Работников нефтяной газной промышленности. Да? И я так думаю, вот ты привел пример анекдота, да? Лилипуты, мыши. Ага. И я вот думаю, что придет время, наверное, если мы не будем что-то предпринимать, придет время, что у нас не будет праздника нефтяной газовой промышленности в Калмыкии. При очень развитой сети газоснабжения. При своих недрах. И при своих недрах еще. И не будет. Поэтому надо этот вопрос ставить очень жестко, ребром, уже перед новым составом Урала. Надо ставить задачи такие большие. Однозначно. Иначе, вот почему, я не знаю, вот, Урал этим делом не занимается. Мне тоже становится как-то непонятно. Надо этим делом заняться, иначе мы потеряем все. И газ, и нефть, а потом и республику. Ну, я считаю, депутатов, которые участвовали в выборных органах до этих выборов, кроме межфракционной группы, которая отчаянно билась в Урале, вот все остальные просто не имеют морального права выдвигаться. Ни уральские депутаты, ни депутаты Елецинского городского собрания, где оппозиция вообще отсутствует. А как нам развиваться? Я не знаю. Ну и правда, мы до мышей свалимся. Извините, у нас уже все разрушается. И вообще чего-либо бояться уже не надо.
Нечего бояться, просто да, уже бояться оставить свою нечего. Никчемную жизнь, да и все, все, что останется у нас. А как мы будем в глаза следующим поколениям смотреть? Мы обязаны просто смотреть. Ну, что-то сделать, чтобы прямо смотреть им в глаза. Ну, давай на позитивной ноте закончим наш эфир. Давай. Какую-то надежду дать. Ну... Есть у нас надежда, дорогие земляки, есть надежда у нас на обновление новой команды, которая придет, и я уверен, она начнет решать эти проблемы. Начнет. Другого пути нету. Уже все пути были пройдены. И сидение, и протирание штанов, и безвольное поднятие рук. Все это уже было. Новые люди придут, я уверен, что они будут вести себя по-новому. С каким-то патриотическим задором, с новыми задачами, старыми проблемами. Поэтому, опять же, я призываю вас прийти на выборы осознанно. Если вы хотите перемен, лозунг партии коммунистов Российской Федерации – это перезагрузка. Пора действовать. Все говорят, вот коммунисты были в Урале, но их там меньшинство, даже фракционное. Даже коалиционное все равно меньшинство. Что бы они ни предлагали, все будут против голосовать партия власти. Поэтому говорить, что они там ничего не делали, это неверно. Надо просто знать, какие они инициировали проекты законов, что они делали. Все это можно посмотреть, все это в открытом доступе. И говорить, что коммунисты... просидели, это неправильно и неверно. Поэтому я предлагаю прийти вам на выборы 8, 9, 10 сентября и проголосовать. И противодействовать всем вот этим грязным технологиям, таким как вбросы, какие-то там еще что-то, инсинуации с бюллетенями. Придите на выборы и посмотрим, как мы будем дальше. Мы заслуживаем то, что мы заслуживаем. Если мы будем сидеть дома и говорить, что ничего у нас не получится, но одолеет путь идущий. Поэтому надо двигаться вперед. Касаемо оптимистической точки, оптимистического вектора, такого, чего хотелось бы сказать. Оптимизм заключается в том, и у нас очень большая надежда есть в том, что у нас есть цель. Вот, скажем, КПРФ, их лозунг, слоган, вернее, это, «Знаем, кто виноват и знаем, что делать». Он отчасти говорит о том, что мы собираемся очень часто. Ну, я не являюсь членом КПРФ, но мы собираемся на собраниях. Более такие у нас демократичные эти... Всякие люди приходят, и одномандатники, и ребята, мы все обсуждаем, что нужно делать и как. И вот я бы советовал избирателям посмотреть все-таки на одномандатников КПРФ и, естественно, партийный список КПРФ. Самое главное, знаем, что делать, и сделаем. Тем более с такой командой, которая была... молчаливыми кивалами, ну, невозможно идти, потому что они кивают только непрофессионалам и нечистым на руку людям. Самое главное, есть методы решения, и мы все решим, как надо. Ну, вроде все. Все. Всего хорошего. До свидания. До свидания.